московском автосалоне состоялась российская премьера спортивного купе Audi TT третьего поколения. В скором времени модель поступит в продажу. Для нашей страны Audi выбрала самые сливки из всей модельной линейки TT. Бензиновые турбированные полноприводные версии с шестиступенчатыми роботизированными коробками передач S-Tronic. С таким арсеналом базовое 230-сильное купе разгоняется до 100 км в час за 5,3 секунды, а ТТС с форсированной 310-сильной 2-литровой четверкой совершает это упражнение всего за 4,7 секунды. Прибавьте к этому адаптивное шасси, матричный свет, инновационный интерьер и получите не только быстрый, но и модный спорткар, который найдет своего покупателя в нашей стране. В довесок к обычному купе Audi продемонстрировала на стенде концептуальный гибридный кроссовер TT Offroad. Компании давно вынашивают идею внедорожного спорткара. И судя по тому, как часто на выставках мелькают прототипы из этой серии, ждать серийной модели осталось недолго.